Отпечатки пальцев законопослушного гражданина останутся в базе данных полиции. Павлодарский городской суд прекратил рассмотрение иска местного жителя к полицейским, которые якобы без каких-либо оснований сняли у него отпечатки пальцев. Служителю Фемиды пришлось отказать истцу в выплате 1 000 000 тенге в качестве компенсации морального вреда и в уничтожении его дактилоскопической карты. 3 месяца назад Рафаэля Мавлютова вызвали в УВД. Мужчине сообщили, что на территории дачного кооператива, где он когда-то работал, сгорел дом. Полицейские попросили рассказать, где павлодарец находился в тот момент, но, видимо, ответ стражи порядка не впечатлило, потому они сняли у Рафаэля отпечатки пальцев. Дактилоскопическую карту вместе с фотографией мужчины внесли в базу данных. Такого унижения павлодарец простить не смог и подал в суд. Служители Фемиды иск Рафаэля приняли, но после рассмотрения дела вынесли определение, посоветовав мужчине обратиться в другие инстанции. Якобы подобные дела не подсудны гражданскому суду. Мужчина такой поворот событий, мягко говоря, удивил, но он намерен отстаивать свои права и дальше. Судья сказала, что, в принципе, надо обратиться, получается, в другой или суд, или в другое учреждение. С жалобой или в прокуратуру, ну, полностью как бы она не уточнила, куда именно обращаться. Будем после получения решения будем, как говорится, просматривать, и скорее всего определение решения я буду обжаловать в Павлодарский областной суд.